Камчатка должна стать регионом, который привлекает молодежь. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов. Губернатор принял участие в стратегической сессии по реализации государственной молодежной политики края. Моя личная задача сделать так, чтобы Камчатка была регионом, который привлекает молодежь. И, собственно, это один из главных индикаторов того, что в других сферах у нас удается достигать результатов. То есть это не просто одна из сфер, одна из отраслей, одна из направлений, а это то направление, которое позволяет судить об успешности всех остальных сфер. Строительство жилья и дорог, обеспечение здравоохранения и образования, обеспечение безопасности и комфорта городов и возможности самореализации, проведения свободного времени. Владимир Солодов отметил, что ключ к успеху развития Дальнего Востока и Камчатки заключается в том, чтобы создать так называемую молодежную республику, то есть то место, где молодые люди смогут воплощать в жизнь свои проекты. Я глубоко убежден, что, несмотря на, может быть, для кого-то кажущуюся утопичность такой постановки, ну, потому что мы понимаем, что многие годы был отток с Камчатки из Дальнего Востока, в целом регион воспринимается как непривлекательный. Я убежден, что это представление можно перевернуть и можно создать условия, чтобы он был привлекательным. По словам губернатора, по итогам 2021 года оттока населения с Камчатки нет. Другое дело, что я уже говорил, что мне кажется, дело не в цифрах, а дело в качестве. Дело не в количестве, а в качестве. Дело в том, чтобы когда яркие люди начинают оставаться или приезжать в регион, за ними тянутся остальные. А если это число не подкреплено, извините, пассионарностью, человеческим капиталом, готовностью что-то делать, а является просто перемещением трудовых ресурсов, наверное, это не та задача, которую нам нужно решать. По мнению Владимира Солодова, близость к природе, чистый воздух и вода через несколько лет станут приоритетными для людей в выборе места проживания. Регион может стать тем местом, где можно будет перезагрузить свое мышление через контакт с природой, и это может стать основой развития края. Я уверен, что через 5-10 лет резко изменится и резко увеличится фактор, связанный с благоприятными условиями жизни с точки зрения экологии, с точки зрения чистого воздуха, с точки зрения возможности комфортной жизни без чрезмерной концентрации в одном месте и доступ к чистому воздуху, чистой воде, ну и возможность близости к природе и нахождения с ней в балансе. Вот я глубоко убежден, что через даже 5 лет, я же говорю, через 10 лет, эти факторы существенно превысят многие другие. В рамках мероприятия прошла и пресс-конференция, на которой Владимир Солодов ответил на вопросы присутствующих, после чего организовали работу в группах и пленарную сессию с участием представителей молодежи края.